В Актобе задержали мать, бросившую своего младенца на улице. Как сообщили в областном департаменте полиции, подозреваемая утверждает, что ребенок родился мертвым. Напомню, труп новорожденного в бумажной коробке был обнаружен 19 декабря во дворе одного из многоэтажных домов города. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что она имеет еще двух несовершеннолетних детей. По ее словам, она родила мертвого ребенка и пошла на такой шаг, испугавшись своих родителей.